Всем здравствуйте! С вами Катя Мирошниченко, основательница компании Эми, и я рада представить вам новую коллекцию «Осень-зима 2022-23» под названием «Lost in Time». Потеряться во времени вне времени. Каждый сезон мы неизменно вдохновляемся последними тенденциями в моде и транслируем в нейл-индустрию тот основной посыл, которым стремятся поделиться все мировые модные дизайнеры. Макротрендом на ближайшее время остается осознанное потребление вместо демонстративного. Рост ресейла и покупок вещей, которые уже были в употреблении. А также поиск смыслов, опоры, в том числе и через гардероб. Коллекции гель-лаков сезона осень-зима 2022-23 Lost in Time мы собрали оттенки, которые как никогда передают общую тенденцию на близость к природе, умиротворение, поиск и обретение себя. Тренд «много меха». Мех продолжает быть на подиумах в сезоне 2022-23. Здесь представлены не только натуральные меха, так как их доля сокращается от года в год. В России искусственный мех становится более востребованным, более популярным. Но это, скорее всего, связано не с заботой об окружающем мире, а с экономическими причинами. Тренд «стеганое и вязаное». Ключевые тенденции очень связаны с комфортом. Это расслабленный крой, это удобная одежда, даже если она классическая. Внимание к тактильности, к заботе, к фактурам материалов, к тому, что одежду не просто было удобно носить, но и трогать, надевать, чувствовать кожей. Ставку на цвет, на монохром, на чистые линии, на элегантность и на простоту. Тренд прозрачные ткани и голое тело. Прозрачные материалы – это еще одна сильная тенденция, которая нарастает все больше и больше с каждым сезоном. Она связана с фокусом на демонстрацию тела и разных его участков. Учитывая также тренд на андрогинность и переплетение мужского и женского, можно сказать, что голые платья – это не просто провокативность, а скорее принятие, осознанное себя и своего тела. Тренд геометрия и клетчатый принт. Клетка – ключевой принт для осенне-зимнего сезона. В этом сезоне, безусловно, клетчатые наряды останутся на подиумах. Это то, что из моды не выходит. Цветная клетка в том или ином виде вообще стала связующим звеном едва ли не во всех коллекциях сезона. И она появилась и у Марни, и у Луи Виттон, и у Undercover. Она непосредственно связана со следующим трендом на влияние таких субкультур, как панк, гранж и преппи. Тренд «бунтарские настроения». Встав на путь борьбы за лучшее будущее для своего мира, дизайнеры вспоминают про протестное движение прошлого. Например, про панков, которые боролись за свободу высказывания и индивидуализм. Панк-эстетика стала ключевой на последних осенне-зимних неделях моды. Причем особенно ярко высказалась на эту тему Донателла Версаче. В осенней коллекции Версаче она добавила своему традиционно соблазнительному стилю агрессивных панковских элементов. Плечистых пальто и жакетов в клетку, как с мужского плеча, футболок со слоганами, латекса и обуви на грубой высокой платформе.